приподнято и торжественно прошел на сцене Дальневосточного государственного университета путей сообщения заключительный финальный тур фестиваля. Голосом Святой Руси назвали зрители выступления Евгения Вихрова, которая в школе знаменного пения приобщает молодежь к древнейшим пластам русского певческого искусства. В составе различных творческих коллективов она выступала в Смольном, Исаакиевском соборах Санкт-Петербурга, участвовала в богослужениях Минского и Лисоветинского Кирилло-Белозерского монастырей. Послушайте, в исполнении Евгении Вихровой духовный стих о любви. Встречаем. Yeah.